Всем здравствуйте! Вечером 15 мая приехали на канал, в надежде поймать лещей. Довольно прохладный май в Англии в этом году. Видимо, сказывается глобальное потепление. И инфляция в королевстве идет семимильными шагами, и стоимость лицензии на удочки дорожает. В прошлом году цена лицензии была 30 фунтов, в этом году уже 33 фунта. В дальнейшем цена лицензии также будет расти. Как и на все. Вот, бля! Убирайся, бля. На каналах Англии разрешено ловить рыбу круглый год, в отличие от рек, где существуют ограничения. На реках нельзя ловить с 15 марта по 15 июня включительно. Оэрс пытается поймать хищника и бросает блесну. А то на себя в кино посмотришь, если поймаем что-нибудь. Это, и интересно, щука взяла меня на середине. Угу. Увидела просто. Мелочь такая. У меня на поплавочную удочку тоже попадаются мелкие какой, хищники. Какой. Да. Ну, вы же везде склады. Не, нет, не бросил. Не нравится что-то. О-хо, сейчас. Эй, мелочь. Все, окунь, блядь. Херово. Да, не очень хорошо. Я думал, что не берет как лещ. Так, чуть возьмет и все. Вот не поймешь, что ты в Англии. Погода хорошая и ни черта не берет. А когда дождь, браво. Наверное, такой маленький, что утопить не может. Опять говно это. Ай, блин. Ну, это же ужас. Чем бы жрал до жопы. Говорю, утопить не может. Такой большой рыба. Опять ешь. Конечно, без прикормки нечего и начинать ловить. И все же с наступлением темноты начинают клевать лещи около 2-3 килограммов. Но не так активно, как хотелось бы. Видимо, еще холодно и вода недостаточно прогрелась. Возможно, в следующий раз будет теплее и клев будет куда лучше. Сорвался. Очень хорошо. Ковыряйся.